Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Демастер. И сегодня я вместе с вами, ребятки, поиграю в таком режим, как MC Strike на сервере NoxGS. Мы уже играли в него вместе с Зога. Если вы не смотрели предыдущую серию, то обязательно, ребятки, обязательно посмотрите. Сегодня я решил попрокачивать новый класс, он называется Инфинатор. Вот, и мы будем играть с оружием Type 95. Я его долго купил, не знаю, хороший он или плохой, в нем всего 5 выстрелов, что? 5 патронов? Ну, возможно, он стреляет очередями, типа 5 очередей и 7 перезарядок. Окей, посмотрим, что представляет из себя это оружие. Я не знаю, я еще не играл вместе с ним. Надеюсь, что оно будет неплохим. Мы играем за красным, значит, наши враги синие. Все логично. Все логично. Если не понравится этот класс, я сразу поменяю на чувака с калашом. На этого, на ассаут. Ассаут пока самый топовый класс для меня. Ну, конечно, еще снайперы неплохие, но мне не нравится сидеть, квисютничать и со снайперки отстрелить. По-моему, это очень глупо. О, я сзади зашел в спину к чувакам. Минус один, хорошо. Минус два, хорошо. Хорошее оружие, кстати, этот тайп. Так, ну уже перезарядка. Я минус два дал, но очень слабо. Ну, ассист получил за одного. И сейчас будет ассист за второго, скорее всего. А почему ассист за второго не дали? У них, кстати, была эмочка. Хочу эмочку взять. Хорошо, эмочка есть. Не вовремя взял эмочку. Синий крысюк подошел сбоку. Ну, тайп, короче, 46. Неплохое оружие, дорогие друзья. Пока что неплохое. Не могу полностью его оценить пока что. Оп, хорошо, в голову. Донат бежит. Давайте по донатику постреляем. Вот там еще по челику. Минус донатик, еще минус челик. Хорошо, мне ассист дали, неплохо. Еще один челик убегает слева. Стреляем по нему. Нужно его бить. Вон еще два человека бегут снизу. Оп, минус один, хорошо. Красиво. Оу, донат не решает, меня убил. Тоже из какого-то оружия, непонятно. Видимо, что-то похоже на тайп, тоже очередями стреляет. В принципе, неплохое оружие, но мне не нравится, когда я не могу полностью контролировать оружие. Мне вот не нравится эта фишка, то что я должен ждать, пока он выстреливает сам по себе эту очередь. Не круто, это не круто. Я попал по нему всего одним патрончиком, получил уже ассист, неплохо. Там есть калаш, если могу его взять, в принципе. Так, Битошка получил уже какой-то бонус. Какая-то девочка меня убила. Это оптимистка. Оптимистка меня застрелила. Боже, ну оптимистка, как ты могла? Донг, сынок, отомстил за меня, сразу же ее убил. Хорошо. В принципе, оружие неплохое. Советую вам на нем его купить. Тоже поиграть с ним. Оно стоит всего 500. Это 10 выигранных игр. Думаю, вы справитесь. Я в вас верю. Вы сможете выиграть 10 игр. Так, хорошо, минус один сбоку меня бьет. Вот как бы вот, минус этого оружия в том, что оно хорошо стреляет, но если ты на один с противником, если ты уже против противника в кучу выходишь, только с калаша уже не получится. Ну, блин, зато в спину настрелял. Да боже мой, эти спиногрызы, вот ненавижу спину. Я не успеваю резнуться, кто-то в спину уже настреливает. Я, конечно, сам в спину пару человек убил, но это не считается. Надо занять какую-то позицию хорошую, где-то сидеть. Оптимистка, привет. Ну как он так... Кто? И снайпер где-то с дерева меня убил. Блин, слишком много народу. Мы здесь играем 6 на 7. Их семеро просто. Жесть. Поэтому ну не, мы пока еще выигрываем, кстати. Мы еще пока выигрываем даже. Нифига себе. Что такое? Она бессмертная. Только резнулась, видимо, девочка. О, только резнулась. Ну, смотри, я по ней стреляю. Просто на фулл хп. Фулл хп у девочки. Она только резнулась. Ноль урона по ней носит. Это надо убрать с этого сервера. Нужно сделать секундную задержку. Секунду. Одну секунду буквально. Не больше неуязвимости. Больше секунд неуязвимости, это уже слишком убого. Граната прилетела к нам, но мы от нее уворачиваемся с вами с успехом. Ладно, начнем перезаряжаться. Пострелял туда чуть-чуть. А, захватите это здание, оно очень хорошее. Хорошая стратегическая постройка. Полностью здесь обстреливается вся улица с этого здания. Удобная, короче, удобная в любом случае построечка. Вот сюда можно встать. Хорошее место. Отсюда вот так вот стрелять. По челикам, которые... Ну, вот из калаша очень удобно. Из этого оружия вообще неудобно с таким разбросом. Просто вообще неудобно. Вот из пистолета, смотрите, как я попадаю. Просто из пистолета вообще очень красиво попадаю. Ладно, нифига не попадаю на самом деле. Бах, еще ассистик получил. Ну вот снайперы, конечно, здесь могут задать жару, если честно. Снайперы могут очень сильно помутузить. Ай, это откуда меня убили вообще? Так, давайте сменим класс. Все-таки я хочу играть за ассаулта, хочу играть с калашом. Это тайп. Смотрите, у меня всего 6 киллов, а 8 смертей. Сейчас, смотрите, я возьму калаш. Минус один. Минус второй. И минус третий. Из пистолета добью. Выжил, гад. Выжил, гад. И еще дед меня убивает. Смотрите-ка на него, какой наглый. Вот еще один. Минус 4.
Минус 5 дал, да, не, его добили. Вот, просто зашел и сразу же 3 килла сделал и 1 ассист. Странно, все-таки 1 ассист дали. Вот, с калашом, как бы, калаш это проверенное оружие. С ним вы чувствуете себя намного сильнее, ребят. Намного сильнее, намного увереннее. Потому что вы контролируете полностью всю стрельбу. Вы контролируете стрельбу, и у вас всегда идет размер 1 в 1. То есть я сейчас взял калаш и сразу 4 килла сделал на 2 смерти. То есть я уже в плюсе с калаша. То есть с тайпа я, в принципе, ушел в минус. 6 убийств на 8 смертей. Это реально минус. Ну, конечно, куча ассистов получил. Им очень хорошо поддержкой быть, знаете, вот поддерживать реально чуваков. Ну, стрелять там, поддерживать. Реально удобно. Окей, пришел, увидел, победил. О, еще один челик, но этого я уже не убью, скорее всего. Да, этого я уже никак не убивал. Все патроны в молоко. Все патроны просто в молоко пошли у меня. Ну, 11-11 счет. Я сравнялся, в принципе, это хорошо. Может, взять гранату, вот так вот туда закинуть. Там какой-то трэш происходит. И пора бы идти в дом. Я хочу в дом. Я хочу в здание зайти в это. И захватить его. Главное, чтобы не было мин здесь никаких. Я думаю, в этом здании кто-то сейчас здесь сидит. О, дом сидит, отлично. Здесь наши люди сидят. Сразу прихожу сюда, вот туда постреляю. Справа красный, слева красный, здесь красные тоже, хорошо. Тут синий бежит, сразу же его начинаем обстреливать. И еще один плюс скилл в нашу копилочку. Меня режет с ножа, донат не решает. Но откуда он пришел, я не знаю, но он зарезал меня. И его убили, правда, его убил. Они просто меня таргетят, понимаете, здесь сейчас все мои подписчики. Потому что я в TeamSpeak зашел, сказал, глупо играем. Но они меня таргетят просто, но я знал, они знали, что я буду записывать. Скорее всего, может, не знали. Но, в общем, как суть. Блин, этот чувак какой-то жесткий, ну ладно, мы его убили в любом случае. Мы, кстати, начинаем... А, мы выиграем. Да, мы проигрывали, вроде у нас было 21-26, теперь 64-76. Но я взял калаш в руки, и как бы дело пошло в гору. Вот, но и не только в этом дело, как бы ребята тоже хорошо играют. Но как бы они меня таргетят. Если бы я играл с англоязычными чуваками, тут бы такого не было. Они из двух просто целей убирают меня, это понятно, потому что надо убить демастера. Тут такая же ситуация, как на стриме. Похожая. Тут оставлю гранату, чтобы сюда никто не шел. Если пойдет, то взорвется. Ой, я взорвал гранаты, его видели? Ха-ха, гранаты взорвал челика. Это было забавно. Тут нашего челика только что убили, кажется. На подъеме. Здорово, минус один. Минус второй, красиво. Я помог нашему челику, мы тут разобрались с ними. Главное помогать своим челикам, чтобы они выживали. Потому что если твоих челиков не убивают... Он резнулся, я не могу по нему попасть. Да умирай ты! Отлично. Фух, это было очень тяжело. Я просто всю обойму в молоко. Вот опять же, еще минус всего этого, то, что ты тратишь все патроны в молоко просто. Когда чуваки бессмертные. Ты умрешь или нет сегодня? Что за бессмертие? Я еще его не убил. Посмотрите, еще не мне килл дали. Что за дела вообще? Еще и не мне килл. Обидно. Вот это реально было обидно. Я столько усилий приложил, чтобы его убить, а килл еще и не мне достался. Там челик почти полудохлый, нужно его добить. Виктори! И мы побеждаем, дорогие друзья. На каком месте? На втором. Ну, донг мой сильный меня был, ну просто я с тайпом бегал. Если бы я бегал с самого начала с нормальным оружием, то, естественно, было бы все намного лучше. Тайп, в принципе, неплохая пушка, но, честно скажу, на любителя. АК-47, бесплатное оружие, намного лучше, чем тайп. Давайте выберем оверпас. Я хочу на оверпасе поиграть. Или давайте V4 сделаем, это будет рандом. Сейчас скажу, чтобы не V4 писали все равно мои подписчики, как бы, да. То есть, если вы будете играть Мираж, Оверпас, куча кэсовских карт, но мы с вами выберем рандом. Знаете, почему рандом? Потому что могут быть карты не только из предложенного списка, вообще из всего списка рандом, все карты, которые есть. Это прикольно. Попил немного воды. 35 секунд до старта, пожалуй, скипну этот момент. Ну вот, я и скипнул эти 30 секунд, чтобы вы не ждали. 3 секунды до старта, дорогие друзья. Куда оптимистка вышла? Оптимистка, куда она вышла? Блин, она меня так убивала жестко, потом я ее отомстил и был. Так, что на карте играем? Factory. На карте Factory играем. Блин, не знаю, что это за карта, будет интересно. Вот на таких картах интересно играть, потому что они хоть и не очень, но они необычные. Какие-то нестандартные, не из КС-очки. Так, минус один. Первая кровь! Первую кровь проливает у нас, дорогие друзья, Демастер! Но, правда, мы начинаем проигрывать по фрагам, это плохо. У красных 4, у нас 2 счет. Не самое лучшее начало. У них в команде битошка, там какие-то челики. Я как-нибудь сделал видео за снайпера. Давайте так, наберем на этом ролике... Здорово. Чувак, гранаты кого-то убил, битошку взорвал гранатой. Ха-ха-ха, просто лайк за это. Битошка, ты с тебя обязательно лайк. Ребят, если вы увидите битошку в TeamSpeak, скажите ему, что он обязательно это посмотрел, вдруг он не посмотрит этот ролик. Скажите ему, что с него лайк. Лайк за того, как я его убил гранатой. И по-другому никак нельзя. О, это и битошка, он сейчас убьет, у меня уже было мало хп. Но его тоже добили, мы разменяли меня на... Его добил, кто-то его там добил, это Денчик Барсик. А здесь еще и Денчик Барсик играет, жестко. Я хочу еще класс с пулеметом прокачать, хиллера. Я хочу купить ему хилку, все такое. Жаль, здесь нельзя задонатить, я бы здесь задонатил на коины.
Блин, ну, чувак, ну развернись ты, боже. Еще сверху донг был и нифига не помог. Вы понимаете, сверху еще был донг и нифига не помог. Мы очень сильно проигрываем по киллам. Целых 3 килла у нас разница, это реально много. Теперь уже 5 киллов разница, жесть, просто жесть. Ой, гранату криво кинул. Блин, гранат это тема. Снайпер, хорошо, минус снайпер. Сейчас нужно подождать немножечко. Мои тут тоже выходят. Все, мы выходим целой толпой. Можно вот такой толпой рашить. Забегаем. Ой, я вошел не туда, куда нужно входить. Меня сразу же видели. В моей команде я на первом месте. Вот донг меня тоже обогнал. Но пока что у меня 4-5. Плохой счет. Тут донг 4-1. Я даже фижу. Я самый главный фидер в команде. Жесть. Самый главный фидер. Ну, у меня на меня охота здесь идет. Это понятно. Как только я куда... Ну, сейчас я, конечно, сам слился. Вышел на толпу. Но когда чувак видит меня там или еще двух чуваков, он стреляет сюда в меня. Это очевидно, это очевидно. Сейчас скажу. В комментариях уже чувствую, будут писать ЧСВ. Там просто жесть творится какая-то. На. Там еще есть люди, я кину туда гранату. Подожду пока здесь. Все, можно выходить. Где противники? Я думал, здесь еще есть люди. Там просто такой обстрел был, как будто бы там реально 10 тысяч человек сидит. Откуда? Откуда он меня убил? Лол, он вообще через текстуру меня убил, что? А, лол, я тут вышел, понял, он там меня простреливал. Он прямо стоял и паста места. Ненавижу снайперов во всех играх, а. Ненавижу снайперов, мы очень жестко проигрываем сейчас. Даже не знаю, что мне с этим делать. У чувака пулемет, я хочу пулемет. Давай, против пулемета, да, пойдешь? Все, я взял пулемет, я хотел с пулеметом побегать. Меня пулемет выбили. Нет, я хотел с пулеметом поиграть. Вот пулемет очень крутое оружие. Кстати, у него тоже получается тай был, меня стайф убил. Блин, я хотел с пулеметом поиграть. Я хочу кого-то убить с пулеметом, поиграть с пулеметом. Наша мина. Где противники? Я хочу сразу же кучу противников. Я когда кидаю гранаты, постоянно кидаю не кучу противников. Ой, неправильно гранату кинул. Опять криво. Тут гранаты очень тяжело кидаются, нужно к этому привыкать. Битошка минус, хорошо. Еще какой-то челик здесь. Уходит префами. У меня перезарядка. Нет. Ну еще один, ну, слишком много красных, и слишком много. Они просто мне с трех сторон здесь окружили, синих вообще нет. У них 11, 10, 9 кило, потому что наши очень слабые. У нас очень слабая команда на самом деле сейчас, когда попалась. Давай, давай, иди сюда, взорвись, взорвись на моей гранате. Бах, нет, не взорвался, к сожалению. Это меня еще сбоку убили, понимаете, красных настолько много, что они постоянно куда-то сбоку, сверху, слева выскакивают. А от своих же союзников я такой поддержки сейчас не вижу, реально. Это же дело в том, что мы просто у нас слабее команда, намного слабее. Вроде еще мины раскидывают по каким-то углам, странным, не знаю, на его минах, мне кажется, вообще никто не взрывается. А на мины стоять на поворотах, там, где чаще люди ходят, а не где-то на каких-то углах. С нарезки. Что?! Этот чувак вот этот геймер, да, мне кажется, он читер какой-то, не знаю, он... У него какое-то звание с кошкой, но он постоянно стреляет в голову, и это очень странно. Постоянно стреляет в каких-то непредсказуемых местах и постоянно стреляет в голову. У него 3 килла, или сколько там, 7 киллов, и он из них меня раза 4 убил из этих 7 киллов. Постоянно в голову. Почему граната за стеной в итоге оказалась? Где этот парень? Куда он ушел? Я еще и ассист за него не получил, хотел убить этого эльгеймера. Не получилось. У нее уже ведь спину настреливают. Мои союзники ходят рядом и не помогают. Что такое? Вы тут же 10 человек синих. Ни один мне не помог. Что за дела? Я говорю, мне странно. Либо мне реально не везет с командой. Там донг заспавнился. Он должен хотя бы помогать. Все, я уже отрегенился. Это хорошо. Да, ну снайперы, конечно, подвешивают. Где красные? Где противники? Они, кстати, уже почти выиграли. Вот видите, вот эти мины. Что они здесь делают? Что они такие здесь? Вот. Кого они тут находят? Минус один, хорошо. Откуда, откуда? Откуда меня убили? А он меня через стену стрелял. Он меня реально через стену, получается, пробивал. Лол, я же там бежал. А, нет, он в спине был. Он у нас вообще в спине был. Понятно. Ну ладно, одно поражение, одна победа. Я пытался во второй игре. Мне очень часто был этот снайпер. Это геймер, УТ, странный чили какой-то. Читер. Да пусть будет, что он читер, я думаю, что он читер. Вот, ну, чувак написал изи, хотя разница там осталась до победы еще 7 киллов, то есть, ну, там, 7 киллов до победы, это не так уж и изи, вот если бы у них было 20, там, или 30 киллов преимущества, это было бы изи, ладно. Давайте еще одну карточку сыграем, пожалуй, для того, чтобы понять, лузер я полностью, или же нет, или же все-таки чемпион.
Да. Я хочу пробовать, что вроде. Может, на самом деле я с тайпом играл вначале, поэтому выиграли, да? Не, просто так зарандомила команда. Ну что ж, давайте сейчас поставлю на паузу, чтобы опять 30 секунд не ждать. Так, ну что ж, игра началась, то в моей команде Битошка, Донг, Топочкар, и я думаю, мы выиграем. У нас прям очень жесткая команда. Прямо вот сейчас у нас реально очень жесткая. Еще и карта одна из нормальных карт. Правда, здесь тоже для снайперов карта нормальная, но эта карта реально хороша. Она мне больше нравится, чем предыдущая. Кто стреляет? Сбоку откуда, что ли? Будешь сегодня умирать или нет? Почему он в смену еще один пришел? Граната, взорвись, пожалуйста, просто взорвись. Просто убей кого-нибудь гранатой, нет. Я продобажил по очень большому количеству людей, но в итоге убил только одного. Это очень грустно, но в этот раз я чувствую, что мы можем выиграть. В этот раз у нас есть все шансы. У нас прям реально хороший, у нас еще и Дуй в команде. Так, этого слайма нужно убить, хорошо, убил его. Еще какой-то челик. Надо на ход стрелять, потому что здесь небольшая задержка есть все-таки. Ну и на ход стрелять понятно, потому что чувак бежит, а то иногда не успеваешь и не стреляешь на ход. Это плохо. Так, где противники? Где противники? Ни спереди, ни сзади никого не вижу, просто бегу в ту сторону. Там какие-то у нас замесы жесткие. Элгеймер прям еще и минами кого-то убивает. Это как еще и мины хорошо, точно. Так, это я сломал. Где противники? Я реально не вижу ни одного. О, здорово, парень. Отлично. Отлично, хорошая встреча, хорошая. Я считаю, это очень хорошая встреча. Когда перестрелка идет, я чувствую, туда надо кинуть гранату. Не знаю почему, но я кину туда гранату. Она никого не убила, к сожалению, но могла убить. Отлично, еще минус один. Где противники? Двое с этой стороны. Минус один. Минус второй. Ну, два ассиста для меня, неплохо. Я хочу найти пулемет. Еще один. Что этот килл сделать? Пусть будет моим. Но 5 ассистов, 5 ассист, боже. 5 кучу ассистов не дают, как на стриме прямо. Свой. Перезарядочка. Хочу где-нибудь найти пулемет. Ребята. Хочу с пулеметом сегодня поиграть. Может сменить класс на чувака с пулеметом. Мина здесь стоит. Здесь все хорошо. Дайте мне килл сделать, но почему опять ассист? Почему опять ассисты одни? Да боже, еще один ассист, еще один ассист. Чувствую себя каким-то мастером ассистов. Мне нужны киллы, а мне дают ассисты. Просто 5, убью я вообще 7 ассистов. Где они людей находят, чтобы их убивать? Я не знаю, я просто бегаю и вот так вот. Карта очень большая, людей что-то маловато. Минус один, хорошо. Минус второй. Да, минус три дал, еще сзади один. Даже перезаряжается, походу. Где он? Куда он спрятался? Вот он. Умирай, умирай, умирай. Да, минус 4, боже. Плюс 4 килла за одну встречу сделал. Хорошо, на второе место поднялся сразу в нашей команде. Это меня радует. Это не может меня не радовать. Просто откуда он стреляет? Там противник? Где противники? Почему они по стеклу стреляют? Откуда они стреляют? А, вообще сбоку там был, нифига себе. Видели, где он был? Вообще сбоку где-то там тусовался. Давай, давай, умирает, отлично. Еще один справа будет сейчас. Это здесь. Сейчас мы к ним в спину зайдем. Отлично, еще плюс один килл. Хорошо, в спину убивать тоже неплохо. Справа где-то там еще была перестрелка, слышу я. Ох ты, нихера себе. Девочка какая-то была. У нас тут есть по 90, но у меня заряженный калаш, лучше убивать заряженным калашом, потому что дают больше монет. А я хочу очень много монет, я хочу миллионы монет. Ассистики. Хорошо, перезарядочка. Ой-ой-ой, нет. Прячемся сюда. Хорошо, еще плюс две монетки дали за убийство. О, пулемет. Ладно, пофиг на калаш, хочу с пулеметом реально побегать, хочу с пулеметом побегать. Поменял заряженный коллаж, за который дают по две монеты вместо одной. Больше экспириенса. На пулемет. Но, боже. А он у меня прокачался сразу же, посмотрите. Офигенно. Привет. Пулемет вообще тема, ребят. Советую вам с пулеметом поиграть. Если вы еще не играли, просто супер тема. Смотрите, вот это вот реально изи. Посмотрите, изи по счету сейчас как получается. Здесь мы на рандоме как бы в команду залетаем, поэтому здесь ничего не подкручено. Не думайте, что я специально проиграл или решил выиграть, поэтому сказал все в мою команду. Здесь так нельзя. Здесь так это не работает. Пулемет, давай, минус еще, красиво, боже. Это собака чья-то. Сзади меня какая-то девочка, убить ее. О, боже, пулемет это вообще машина для убийства. А, нет, я умер. У меня был стрик из 16 киллов. 16 киллов, стрик. Сука.
Стрик и 16 киллов был. Ох, меня убили второй раз. Стрик и 16 киллов, вы понимаете? Просто 16 киллов стрик. Офигенно. Все, победа. Вот это вот реально изи. Это и было изи. Изи, ГГ. 23 левел апнул, еще немножечко до 24-го. И 56 монет. Да, это было реально изи, прямо, ну, вот это вот было, да, 75 на 36. Ну, как бы ясно, что одно поражение, две победы, значит, я красавчик. Но моя команда тоже была крутая, моя команда, вот этот Эльгеймер, просто у него какой-то супер ранг, кстати, там какая-то кисонька вообще. Ладно, на этом, в принципе, все, дорогие друзья, с вами был Демастер, спасибо за просмотр, спасибо, что смотрели этот ролик. Если вы хотите ролик по снайперу и по пулеметчеру, ну, чуваку, который щиты ставит, хилки ставит, то ставьте лайк обязательно. Мы с вами увидимся с вами сегодня или завтра, не знаю, в еще роликах. Ну, на этом все, всем удачи и всем пока, спасибо ребятам из TeamSpeak, которые зашли, вы могли бы быть на их месте, если бы сидели бы в моем TeamSpeak. И бесплатно попасть на запись, и без регистрации, смс, потому что в TeamSpeak не нужно регистрироваться. Вот, его нужно только скачать и установить. На этом все, всем удачи и всем пока-пока.